Ich habe nun die zweite kasachische Designerin des Abends neben mir, Alia. Und sie möchte jetzt uns kurz darüber erzählen, was sie heute Abend vorstellen wird. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы будете сегодня, сегодня вечером представлять? У нас коллекция, которую мы условно назвали казахский Шанель, восточный Шанель. Потому что жакет – это тот вид одежды, который носибелен, это стиль casual. И мы хотели преподнести его с легкой восточной интерпретацией. Это значит, у вас сегодня очень тоже элегантная будет, как бы... Да, у нас как бы немножко присутствует еще балетный стиль, который на сегодняшний день в тренде. Вот, и мы как бы совместили несовместимое, можно сказать. Sie erzählt, dass ihre Kollektion dieses Jahr sozusagen kasachisches Chanel heißt und dass sie eben versucht haben, dieses ganz klassische neu zu interpretieren, auch auf eine sehr kasachische Weise, und sie uns das heute Abend vorstellen wird. А какие цвета у вас большинство платье? Цвета у нас от ярких, сочных до таких вот природных. Мы используем еще войлок. Вот, который был исконно таким национальным нашим видом одежды, который сейчас очень тоже популярен. Особенно, мне кажется, на Западе, в Европе. Его очень ценят за его натуральность, за его самобытность. Вот, также присутствует в нашей коллекции. Also es sind dieses Jahr sowohl helle Farben wie auch dunkle Farben vertreten und sie meint, dass es vor allem in Europa momentan sehr, sehr in ist und sie deswegen dieses Asiatische auch herbringen möchten. Спасибо большое. Спасибо вам большое.